Действующие сотрудники компании «Самрук Казына», оказывается, не вовлечены в какие-либо следственные мероприятия. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор по связям с общественностью фонда Дамир Аспан. «Речь может идти о событиях прошлых лет», — предположил он, не раскрывая подробности этих самых событий прошлых лет в фонде. Дамир Аспан добавил, что «Самрук Казына» будет оказывать всяческое содействие следствию по искоренению любых коррупционных проявлений. В свете критики главы государства деятельности фонда к заявлению о всяческом содействии по искоренению коррупции необходимо добавить, еще бы вы не содействовали. Напомним, вчера антикоррупционное ведомство сообщило о начале расследования в отношении руководства «Самрук Казына», «Самрук Энерго» и крупнейшего оператора магистральной железнодорожной сети «Казахстан Темиржол».